Азербайджан и хетаматех, сторагрелов, хинкетриц мекне. Армения никогда не имела территориальных претензий к Азербайджану. Речь идет о безопасном проживании народа Карабаха на своей родине, и весь контекст с 90-х годов был именно таким. Как передают армянские СМИ, об этом заявил председатель постоянной комиссии парламента Армении по международным отношениям Эдуард Агаджанян в беседе с армянской редакцией «Радио Свобода». По мнению правящей партии, такова была позиция Армении за столом переговоров на протяжении последних 30 лет. На вопрос издания, можно ли добиться этого в составе Азербайджана, Агаджанян ответил: «Думаю, этот процесс следует обсудить и достичь окончательного статуса в рамках заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном». Касаясь предложений Баку о делимитации и демаркации границы, Агаджанян отметил, что для Армении важно, чтобы этот процесс не носил фиктивный и имитационный характер. В частности, нужно создать для этого благоприятные условия. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.